Гидрометеорологический центр МЧС ДНР распространил штормовое предупреждение. Завтра на территории республики ожидается сильный порывистый восточный ветер скоростью 15-20 метров в секунду. Подробный прогноз погоды на выходные выйдет в эфир через пару минут. А пока Анна Кутепова расскажет, что порывистый восточный ветер успел натворить в Харцизске уже сегодня. Во многих районах города сегодня можно наблюдать схожую картину – лежащие на земле поломанные ветки деревьев. В центре Харцизска возле одной из многоэтажек по улице Склярова ветер выломал из старого клена массивную ветку, которая, рухнув с порядочной высоты, по счастью, не задела никого из прохожих. Ну, я услышала треск и крик соседа. Вот. Я вначале не поняла, что потом упало дерево. Я предполагала, потому что эта ветка давно уже висит. Грохот, конечно, был сильный, и это хорошо, что никого, просто никто не шел. Жителей многоквартирного дома давно беспокоит судьба десятка деревьев, высаженных здесь еще в 60-х. Люди считают, что этих старожилов давно пора отправить под снос. Отдельные ветки старых деревьев уже не раз отламывались и повреждали кровлю. Долго мы бились, а спасибо, нам два дерева спилили. Мы просили убрать их до конца, лучше мы декоративные сбросимся и посадим. И убрали возле третьего дома тополь, который был выше 10-этажного дома. Нам было просто страшно стоять на балконе и открывать окна. Остальные деревья сказали, что они еще добротные. Но как могут быть добротные на расстоянии, сколько здесь метров, можете посчитать? 5 или 6 метров от подъезда деревья, которые 63-го года. Жильцы пятиэтажки надеются на внимание к их проблеме со стороны местной власти во избежание повторения неприятных инцидентов, аналогичных сегодняшнему. И это все новости на сегодня. Будьте осторожны, выходя из дома в ближайшие 2 дня. И до встречи на канале ТВ-Сфера.